Всем привет! Сегодня у меня на обзоре тостер. Кит Форд. Модель КТ-2054. В такой коробочке поставляется. Его характеристики: 500 ваттный, один лоток для поджаривания, специально куплен для поездок в дома отдыха, в санаторий, на отдых куда-нибудь. Удобный, компактный, маленький. Все, начинаем извлекать его. Все с поролончиком хорошо упаковано. Глазки прикольные. Снизу информация об изделии. Здесь крышечка для очистки от крошек. Так, просто вот так нажимается и вытряхивается. Очень удобно. Матовый такой пластик. Кабель тут длиной 70. Еще и с подарком. Всем привет! Магнитик такой. Вот подготовка к работе. Надо прокалить его 2-3 раза, установив на полную мощность. Органы управления. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И рычажок для старта. Ручка крутится с такими характерными щелчками. Ставим на шестерку и запускаем. Все, печка накалилась, должна прогреться, выйти заводской запах масла там или что. Вот что нам показывает тестер. Все, отключение произошло. Дать немножко остыть. Тостер немножко нагрелся. Пластик. Не сказать, что такой уже прочный, но запах присутствует, конечно. Сейчас немножко остынет. Ну вот, согласно инструкции, прокалил я тостер 3 раза в холостую. В режиме шестерки. Все, машинка остыла. И будем пробовать жарить тосты. Хлеб тостовый, аютинский. Очень вкусный, хрустящий, нежный. Запускаем кусочек. И поставлю я на четверочку пока. Все, включаем. Время пошло. Кнопки стоп здесь нету, чтоб нам отключить его, если почувствуем гарь какую-нибудь. Просто рычажок переворачиваем в режим 0. Вот я сейчас продемонстрирую.
Все, отключился. Возвращаю в режим 4. Пахнет горячим хлебом. Вот такой у нас хлебушек получился. Первый блин комом. Подгорел немножко. Попробуем на 3,5. Ну, кто-то любит порумяней, кто-то побелее. Я люблю, чтобы жареный был, хрустящий. Ну вот этот более-менее и все. Можно пить чай. Приятного аппетита. Спасибо за внимание. Будьте здоровы. И пока-пока.